Сейчас я хочу вам предложить рецепт говяжьего бульона с блинами. Для этого нам понадобится говяжий бульон, блинное тесто и овощи. Взбиваем яйца с молоком. Немного посолить. Теперь всыпать муку. Тесто накрыть полотенцем и дать постоять полчаса. Пока наше тесто стоит, нарезаем овощи. Морковку и пюре режем кольцами, сельдерей кубик. Кипящий бульон кидаем нарезанные овощи. Довести до кипения и варить до готовности овощей. Теперь наше тесто, который постоял полчаса, добавляем зелень. В разогретой сковороде выпекаем блинчики. Для того, чтобы блины были пышными, необходимо для этого разогретую сковородку добавить каждый раз перед каждым выпеканием блина чайную ложку растительного масла и сливочного масла. Наш блин необходимо горячим завернуть в трубочку. Теперь блины надо нарезать кольцами. Теперь сервируем тарелку. Кладем в тарелку немножко мяса. Наливаем бульон. Посыпаем зеленью. И выкладываем наши нарезанные блины. Наш бульон готов. Приятного вам аппетита!